Здравствуйте, дорогие подписчики. Вот пришли мы в ресторан наш на ужин. Олежек сейчас будет набирать. Беру традиционный рис все время. Нравится мне тут очень. Пару ложечек. Ведь я не знаю, что это такое. Индейка, что-то запеченное в чем-то. Индейка, гуляш, вот написано. Пару кусочек выйдет. Индейки. Горошек. А это жареные фрикадельки с луком. Макарошки. Пайка. Такую рыбку будешь? Такую? Угу. На какую-то рыбку похож. Тут не пишет, какая именно. Картошка по-деревенски. А это что же? Это курица. Курица. Воды. С картошечкой. Хлеб пойдешь брать? Хлебушек. Выбор большой. Хлеб. Здесь можно, если что, запечь. Включайте машинку. Начинает работать. Это я всегда беру приправку какая-то. Как аджика что-то. Я немножко беру. Морковка, да. Капуста. Что-то тут еще. В соусах, майонез, сметана. Овощи будешь брать? Ну, вот я приготовлю. А лук, посмотри какой. Будешь? Какой? Вот такой резанный. Ладно. Упал. Пошли дальше. Ух, Олег, веточки лежат. О, картошка такая. В фольге запеченная. Будешь? Я не знаю. С собой я возьму рис, потом. Да, на завтрак. А вот этот, что это такое? Не знаю. Какие-то. Пошли. Да. Так, здесь что у нас? Здесь как бы профитролики. Сладости. Груша, мандарины, яблоки. Два вида. Трапезничать. Тут вино, водка, пиво. Вот, мандарины. Значит, руха. А там еще вон было что-то справа, Олег. А вон там. Здесь бар находится. Чай, кофе. Так, ну все. Съешь это? Нет. С собой. А, здесь кошечки, коты разные.
прыгает. Так, столик забил орешек. Все, пока.